Аркела Джонса. К сожалению, не обладаю информацией, что же произошло. Но за Астаной у Томи не будет пробовать две к ряду. Передача дальше. Ти Джей Старкс по Тирену. Бам! Погода бы не сделала. Мартюк забивает 2 из 2. 52-31 становится счет. Походя, и вторая трешечка. Старкс не справился с управлением, когда принимал мяч. Но сохранил. Сам идет под кольцо. В ответ не удается Локомотиву что-то придумать. И Старкс вновь ищет внизу и находит Джеймс. Для себя бросок в падении. Цели это не достигло. Джеймс. Бум! Вот Астане главное вовремя вернуться, ведь они могут. Ой-ой-ой-ой, как пошел сейчас на взлет. Бросочек и сразу же 3-0 в третьей четверти ведет Локомотив. Быстрая ищенка на паркете, а это значит, что есть возможность, что все игроки Лока наберут очки, а вот в свою картину игры. Диджей Старкс против Патрика Мюллера. Хорошо качнул. 12 очков набирает Кливленд. Но все мы, конечно, помним, как он набрал свои 10. Ну что, ждем в социальных сетях разбора, что же Антон предложит своей команде. Оскар пользуется этим временем во всей красе. И вот хорошую скидку надал на Оскара, но промахивается Майдекин. И